Мужчине для того, чтобы жениться, ему надо понять две вещи. Первая вещь. Нужно начать развиваться как личность. У мужчины развитие личности идет через движение. Первое, что мужчина должен сделать, он должен начать заниматься спортом. Каким спортом, какой тебе нравится. Выбирай, что хочешь. Хочешь в бокс ходи, хочешь лыжи, хочешь зарядку делай, хочешь бегай, хочешь прыгай, хочешь отжимайся, подтягивайся, что хочешь. Нужно включить волевой импульс. Если мужчина включил свой волевой импульс, следующий этап его развития – это полюбить труд. Это значит, что надо устроиться на какую-то работу и научиться там просто работать с любовью, чтобы радовалась, чтобы эта работа понравилась. На это может уйти несколько лет. Как только это произошло, мужчине просто нравится работать. С этого момента у него появляется возможность внутренняя понять, чем ему в жизни заниматься. Только после этого. То есть сначала надо включить в себе волевой импульс. Не включил, будет много вредных привычек, работать вообще не будет хотеться, и ты будешь неуспешным. Включил волевой импульс, начни где-то работать и привыкни к этому. Почувствуй себя сильно на этой работе. А потом дальше нащупай свое дело и приди к нему. Когда тебе нравится работать, почувствуешь, что тебе больше подходит со временем. И вот когда мужчина уже почувствовал, что ему подходит, он уже может себя заставить что-то делать, с этого момента он становится способным терпеть женские эмоции. И женщина, допустим, с ним разговаривает, обижается, а он, как бы он сильный человек, он победивший себя человек. И он смотрит на нее и не парится, как бы. Говорит, да все будет хорошо, не волнуйся. И женщина чувствует, что это очень хороший человек, нужный ей человек, потому что он устойчив, эмоционально устойчив, раз. И способен себя заставить трудиться, два. Вот эти два качества мужчины являются самыми сильными, которые привлекают женщин. То есть, если женщина видит мужчину, как бы она как бы себя не вела, он спокоен рядом с ней. Если она видит, что он любит свое дело, свой труд, как бы он такой устойчив в деятельности, в жизни, она чувствует рядом с ним себя очень спокойно. Она чувствует себя как за каменной стеной.